Musofirlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda sizlarda uyingizga bez komissiya pul yuborish imkoniyati mavjud. Buning uchun kommentariyadagi ssilka orqali Tinkoff kartasini zakaz qiling. Karta bepul, dostavka ham bepul. Всем здравствуйте, это 18 плюс ТикТок. Это обращение к глава России Путину. Я хочу одну кое-что сказать и донести до вас. Но я на русском языке немного не буду болтовать тут, потому что у меня книжные, блядь, ресурсов мало, блядь, серьезно. Я просто хочу сказать, за одно хлеб воевали все наши дедушки и все наши бабушки воевали. А вы здесь как свинья нажимаете ногами. Вот Российская Федерация, хочу, русским народу хочу сказать, 70% нормально, 30% одни гандоны. Не обижайтесь, пожалуйста. Потому что мы мигранты, мы здесь работаем, да, мы здесь семью кормим. И вы тоже так же. Но хлеб здесь что при чем, бля? Ладно, мигрантам скажите, убери отсюда, сажайте, без документов ходят. Ладно, хуй с ними, это их личная проблема. Вот хлеб здесь ни при чем, мои хорошие люди. Будьте, пожалуйста, людьми, останьтесь людьми, пожалуйста. Хлеб, без хлеба не дожил бы ни ты, ни твоя бабушка, ни твоя мама не дожил бы. Вот реально. Не обижайтесь, пожалуйста, русский народ, ну вы гандоны, пидоразы. Вот все, то, что есть, то 70% нормально, 30% одни пидоразы, бля. Согласен мне? Кто согласен, лайк, коммент и поделись нахуй с этим видео. Пускай нахуй все видят, хлеб это святой, ребят мои, хорошие люди. Хлеб это святой, остальное мне похуй, без разницы. Скандабхор, курка сила, бля, индюки, бля, перемочите, пиздуйте нахуй отсюда. Еркеклер учун стрейлермыз келді. Хазырак ватсаптан язин. Россия бойча бепул доставки. Это специальный спрей для мужчин, который позволяет продлевать половой акт. Приуполномоченные Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками УМВД России по городу Краснодару во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России провели рейдовые мероприятия на территории жилого комплекса по улице Западный Обход, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. В результате рейдов правоохранители доставили в подразделение по вопросам миграции УМВД России по городу Краснодару 76 иностранных граждан. Установлено, что 7 приезжих нарушили режим пребывания на территории России. В отношении этих лиц составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают административное выдворение за пределы страны. Собранные материалы направлены в суд. Вместе с тем, правоохранители выявили два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. В действиях лиц, допустивших правонарушение, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.